Добрый вечер. Сегодня мы обсудим еще одну блиц-партию, но несколько в ином формате, чем в прошлый раз. Я специально ознакомился с комментариями к ролику на разных форумах, на YouTube, на нашем сайте, и попытался прийти к какому-то варианту, который был бы интересен сразу всем. Кто-то мне рекомендовал комментировать исключительно лайв, были советы делать детальные примечания, поучительные с разбором, показывать каждый ход на доске, чтобы легко было следить, а не только вслух. Но проблема в том, что все сразу не совместишь. То есть, если говорить очень зажигательно и быстро, тогда не будет вообще шахматной составляющей, а просто будет какая-то долбежка. А если пытаться заумно, витиевато рассуждать там о тонкостях теории, то это будет уже совершенно другой жанр. И зачем это, собственно, смотреть на YouTube? Для этого можно книжку туда открыть или какой-то курс. Так что сегодня я предлагаю, с одной стороны, бегло посмотреть блиц-партию, а с другой, и что мне кажется очень важно, у вас будет возможность самим попринимать решения и чему-то вместе нам научиться. Так как пассивно воспринимать чужие советы, смотреть чужие партии, достаточно бессмысленно. В шахматах всегда надо включать свою голову. Поэтому сегодня мы будем анализировать, и время от времени я буду останавливать разбор и предлагать вам самим найти какой-то вариант. Так, приступим. Партия игралась в блиц. Е4, Е5, конь f3, конь f6. Русская партия вообще как в классику, так и в блиц на уровне, скажем так, полупрофессиональном и любительском. Эта схема играется, конечно, крайне редко, потому что большинством игроков воспринимается как достаточно скучная. Но на элитном уровне, как я думаю, все знаете, она наоборот весьма распространена. Тем не менее, здесь типовые ходы конь e5, d4, и за каждой там уйма теории. Есть также ход конь c3, который не дает особого перевеса, но с другой стороны, кто знает, как получить гарантированный перевес русской партии, тот сразу получит приз. Высылайте это там Крамнику, Ананду и всем остальным. Они вам неплохо заплатят, я думаю, за подобные советы. Мне тут же вспомнилось, как у одного человека было написано в примечаниях на форуме, в подписи: «Продаю закрытие дебюта Каракан». Или вспомнился ролик Сорохтина о том, как Малафеев опроверг французскую защиту. Да, в общем, очень много есть таких находок, но не будем о грустном. Итак, конь c3, слон b4. Здесь можно бить на e5, можно пойти на c4, как я пошел. Я специально не буду грузить какими-то дебютными вариантами, потому что это будет слишком долго и заумно. А все, что я хочу сказать, то, что в шахматы можно играть очень по-разному. И, как правило, люди даже переоценивают степень подготовки оппонентов, потому что говорят, здесь он все знает, здесь он все знает, здесь на 15 ходов, здесь на 25 там, и так далее. Но на самом деле практически на каждом ходу есть там по 2, по 3, по 4 почти равных продолжения, и все никогда не упомнишь. Поэтому играть можно по-разному. Главное, чтобы вам это нравилось, и главное, чтобы вы хорошо разбирались в том, что вы делаете. D6, 0-0. Вот опять же, например, принципиальный момент для шахматистов, скажем так, разрядников. Я бы порекомендовал поизучать, что здесь получается, скажем, если черные берут. Здесь можно либо бить bc, либо dc. У каждого хода есть свой смысл. Например, bc, конь e4, d4, там жертва на c3, но брать ими нельзя. То есть здесь очень богатая и сложная игра, притом практически не изученная. Например, вот эта вот позиция никогда в турнирах не игралась. Я нашел там пару партий по переписке, но заметьте, седьмой ход стоит, казалось бы, одна из самых типовых таких схем. То есть, ну, русская партия — это не какой-нибудь замухрышеский дебют, который там играют три фрика в мире, а все-таки это мейнстримовые вещи. Но тем не менее, даже здесь теории практически уже нету. То есть вы можете сами что-то открыть, сесть, поисследовать, когда это видео закончится. Тем не менее, в партии было 0-0. Черные не побили, а ушли в рокировку. Здесь опять же есть любопытный вопрос: конь d5. Надо смотреть, что это такое. Я пошел d3. Более стандартный ход. c6, слон g5. Черные наконец-то побили, не выдержали. bc, слон g4, h3. Пока как бы ничего особенного, у белых минимальный дебютный перевес. Здесь опять же можно отойти на h5, можно побить на f3. И
Надо заметить, что каждое решение очень ответственное, позиции получаются совершенно разные, в случае, если вы, например, бьете и не бьете. И надо понимать, почему вы избираете то или иное продолжение. И более того, действительно здесь требуется высокий уровень, потому что просто врубив движок, вам никто правильный ответ не сообщит. Вот у меня, например, параллельно сейчас движок считает, и он говорит, что в случае слон F3, по его мнению, на данный момент белых плюс 0,18 пешки, а при слон H5 0,2. Ну, во-первых, может поменять свое мнение, а во-вторых, это очень далеко от того, как человек это оценивает. Поэтому и там интересная игра. Но слон F3, по крайней мере, ход заслуживающий внимания. Я не говорю, что он лучше или хуже, чем слон H5, но он заслуживает рассмотрения. Ферзь F3, конь BD7, ладья B1, ладья B8, ферзь G3. Я начинаю проводить план, связанный с игрой на королевском фланге. Подрыв F4 намечаю, какое-то давление на коня на F6, пунт G7. И, в принципе, здесь у белых несколько получше, на мой взгляд. B5, слон B3, конь C5, F4. Вскрытие уже начинается. Конь B3. И вот здесь я задам вам первый вопрос в этой партии, принципиальный. Черные побили конь B3. Как действовать белым? Давайте поступим так. Я на 5 секунд делаю перерыв, вы ставите на паузу, а потом я рассказываю, как мне кажется, здесь должно происходить дело. Но, естественно, проанализировал с движком, потому что само собой по себе мое мнение, оно было бы не столь авторитетно. Поэтому, конечно, я проанализировал эту позицию. Итак, что делать? Конь B3. 5 секунд ваш. Теперь я сообщаю ответ. На самом деле, здесь белые выигрывают после хода FE. Очень важный промежуток. Теперь примерные варианты. Естественно, опять же, все варианты мы не будем разбирать, но такие наиболее логичные. Конь висит, как-то надо защищаться. Конь H5, ферзь H4. И теперь одновременно на B3 конь на H5, конь зависает и ферзь. Ну, предположим, ходим F6. Защищаемся и нападаем одновременно на слона. Тогда следует Е, взятие, конь F6, CB. То есть, предположим, H6, чтобы как-то развязаться. Слон E3. Итак, мы быстро считаем материал, что у нас получается. У белых просто лишняя пешка, зато позиция лучше, как говорится. То есть, в принципе, это выиграно, объективно говоря. Или вот, вспоминаем эту позицию, можно пойти не F6, а кто-то из вас спросит, что сделать, если черные попытаются активизироваться и спасти ферзя путем шаха. Ферзь B6. Ходим на H1. Побили теги. Ферзь H5. F6. Слон F6, чтобы не терять темпы на отход. Ладья F6, АБ, ладья F1, ладья F1, ферзь C7. И здесь у нас по существу тяжелофигурный эндшпиль, но у белых, опять же, здоровая лишняя пешка и несколько более активные фигуры. У черных островков больше пешечных, как вы можете заметить. 3 против 2 у белых. То есть, поэтому, конечно, эта позиция, я думаю, значительно лучше в пользу белых. Поэтому надо было играть... Правильный ответ F есть здесь. Но ваш покорный или не очень слуга пошел здесь CB, долго выбирая между AB, ладья B3. И CB не самое лучшее решение, но тем не менее. Здесь у белых тоже, конечно, приятнее. Итак, конь H5, ферзь H4. И теперь вам второе задание. Опять же, делаем паузу. Что здесь делать черным? Заметьте, висит ферзь, висит конь. Какие-то тучи сгущаются над королем. Что здесь делать? Ставим паузу, думаем. Так, убираем паузу. Очень важно сопернику досадить и использовать все свои шансы максимально. Здесь за черных было хорошо, достаточно прозаическое. Ферзь b6, король h2, конь f4. Этого коня терпеть никаких сил нет, поэтому срочно его вырубаем. Слон f4, е, ферзь f4. Я бы оценил как плюс равно это. То есть белый все-таки какое-то по-прежнему давление, активность, но небольшой перевес объективно. То есть очень небольшой. Ничего страшного бы с черными в этой партии не случилось, если бы они так сыграли. Но черные повели себя наивно, я уж не знаю. То ли они решили, что надо избавиться от слона опасного, то ли, может, они что-то зевнули, думали, что они слона ловят, не знаю. Ну, в общем, пошли они F6. В принципе, тоже в какой-то степени разумный ход, но, конечно, он хуже, чем ферзь B6. Я побил на H5,
У слона все равно отходов не было. Ферзь b6, шах, король h1. FG. Третье задание. Я стараюсь так достаточно интенсивно ставить задание, всего их будет 4. Что здесь делать черным? Опять же, ставим на паузу, решаем. Возвращаемся к ходу партии. И тут важно понимать психологические моменты, и шахматные тоже. Во-первых, надо максимально задействовать все фигуры, что у нас имеются. А во-вторых, сопернику он доставит задачи. То есть вот белые, они здесь фактически очень собой довольны. У них лишняя пешка. Они накатывают, будут сдваиваться. Там король у них вроде более-менее стоит обеспеченный. Поэтому у белых все хорошо. Надо же как-то вставлять им в палки, в колеса, создавать трудности. Поэтому здесь сразу бросается в глаза, на мой взгляд, ход ферзь Е3. Потому что ферзь залезает в тылы, начинает здесь хозяйничать, он на d3 провисает, еще что-то. То есть после этого черные заставляют белых хотя бы смотреть, не зависит ли что-то здесь по первому ряду, не будет ли каких-то вечных шахов в случае размена, еще что-то. То есть ход очень принципиальный. Например, возможно развитие событий g6, hg, ферзь g6, ферзь d3. Уже забрали пешку, заметьте. Ладья d1, ферзь c2, ферзь d6, ладья bd8. Шажочек, отошли. Вернулись, забрали. Вот видите, уже какой-то получился дисбаланс. То есть, во-первых, материал сравнялся, во-вторых, строго говоря, у черных все фигуры в игре, ферзь в игре, ладьи в игре. Ну, король чуть-чуть более раскрыт, чем у белых. Да, все-таки у белых, наверное, лучше. То есть я плюс равно бы дал здесь. Но, знаете, особенно в условиях блица, тут бабушка очень даже надвое сказала, что может произойти. То есть здесь может как угодно завершиться партия, абсолютно ничего не гарантировано. Поэтому вот возможность активизироваться и досадить своему оппоненту никогда упускать не нужно. Так что FG последовало G6. Такой очень надежный ход, явно надеясь не допустить G6. Но ход слабоватый, откровенно. То есть, может быть, черные думали как-то, что я в ответ допущу промашку, сделаю какой-то очень шаблонный ход типа ферзь H6. Хотя я мат не собираюсь на G7 ставить, и ферзь у меня навсегда там застрянет. Но в этом нет никакой логики, поэтому я, конечно, просто отошел на G4 и грожу вторгнуться здесь. Ферзь C5. Тоже немножко странное решение. Какое-то, видимо, хотят на D6 защитить, при случае пешкоедством позаниматься. Тем не менее, тяжелая уже позиция у черных. Ферзь E6. Король G7. Здесь можно сразу ладья f6 и потом ладья f1. Можно, как я сыграл, ферзь e7, король g8, ладья f6. Я все-таки сдваиваюсь. Вынос тела будет осуществлен рано или поздно. Ладья bd8, ладья bf1, ладья fe8, ферзь f7, шажочек. Ушли. Здесь, опять же, можете сделать паузу. Как нужно добить черных. Итак, король черных, он мало того, что голый, он еще стоит в углу. Ему неуютно, ему некомфортно, ему одиноко. Ему никто не звонит, не пишет, не хочет с ним встречаться и так далее. Ферзь отстал, застрял где-то на c5, поэтому не знаю, куда ударился. То есть ферзь явно изменяет черному королю. И здесь можно предложить разные варианты реализации. Есть такой достаточно компьютерный путь, где он пишет мат, по-моему, 7 ходов форсированный, ладья e6. Ладья e6 должен быть, ферзь e6. Тут уже где-то провисает ферзь f6, надо ходить там куда-то ладьей. И ладья f7, и просто от ферзь f6 нет защиты. То есть можно так, но я хотел это показать более человеческое решение, которое вам чаще пригодится в реальной жизни. А это ход ладья g6, потому что когда король настолько в углу и уже абсолютно уязвимый, незащищенный, и грустящий, то пора его добивать ногами, что называется. То есть мы уже сбрасываем ладью, hg, ферзь g6. И здесь, несмотря на то, что у нас отсутствует материал, можно даже особо не считая сказать, что черные не спасутся. Ничего уже им не поможет в этой партии. Потому что рано или поздно белые пойдут ладья f7 и мат куда-нибудь на g7 или на h7. Или в крайнем случае ладья f6 и тоже какой-то мат. И то есть абсолютно беззащитные черные. Но они делают какую-то попытку перекрыться по седьмой линии, ладья e7, проигрывающую, как и любое другое продолжение, ферзь f6. Двойной удар. Самое страшное в шахматах — это двойной удар. Ладья g7, ферзь d8, ням-ням.
Чмоки-чмоки. Король H7. Ну и здесь техничный вброс по последней линии. Собственно, королю уже некуда бежать. Его всячески мутузят. Поэтому еще последовало, скажем так, D5. Ладья H8. Король G6 и ферзь F6. Матецкий вышел на сцену. Композитор. Поэтому черные получили такой мат пирамидкообразный. И я надеюсь, что вы справились с теми четырьмя заданиями, что я дал. Опять же, прокомментируйте, насколько они были для вас сложны, что бы вы еще хотели увидеть. Я думаю, что мы все-таки повыпускаем ролики с параллельным комментированием, то есть когда оба оппонента комментируют, или с синхронным комментированием партии консультантов. Может быть, будут ролики, где один человек, но, например, я сначала свою партию показываю, то есть со всеми эмоциями, а потом в конце делаю все-таки разбор. Или хотя бы делаю в конце, может быть, такие пузыри, баблы, знаете, примечания. То есть написано, например, здесь он спорол полную чушь, Рабам рассказывал, что он после Солнца 4 выигрывает. На самом деле, Солнце 4 отдача полная, и надо играть вот так вот. То есть, может, будут примечания появляться. Потому что я хочу как-то совместить приятное с полезным. То есть, с одной стороны, чтобы был драйв от того, что это в реальном времени, с другой стороны, чтобы не проходило впустую, то есть просто адреналинчик и ничего не усвоил. Потому что я такое часто вижу в роликах тех или иных авторов, что они показывают какую-то с шахматной точки зрения полнейшую лабуду, говорят, что у них, например, полностью выиграно, а потом, если внимательно присмотреться, то там ж бан стоит, то есть полнейший. Поэтому вот этого мне хотелось бы избегать, и жду ваших замечаний, комментариев, за сим прощаюсь.